Нона Гришаева на сцене уже много лет. Но, как уверяет, до сих пор волнуется перед каждым выходом на сцену. Сказываются природный перфекционизм и стремление к совершенству. В последний момент могу собраться, но руки все равно трясутся. Улыбается Нона. Актриса рассказала, с кем из коллег по цеху готова сниматься в пикантных эпизодах. Гришаева назвала только одно имя. За почти 30-летнюю карьеру актриса всего единожды согласилась на участие в постельной сцене. Нонна снималась в картине «Мужчина с гарантией». Лента увидела свет в 2012 году. По словам артистки, она сделала исключение для этого фильма, потому что ее партнером был Александр Олешко. Нонна и Александр очень дружны в реальной жизни. «Это единственный человек, с которым я могу спокойно лечь в постель», — заметила Гришаева. Актриса отметила, что во время съемок интимной сцены она и Олешко не могли сдержать смех. Обстановка была довольно целомудренна, артистам даже не пришлось полностью раздеваться. Гришаева подчеркнула, что ни с кем другим сниматься в пикантных кадрах она не соглашалась. В последние годы артистки не предлагают откровенные роли. Этому факту знаменитость несказанно рада. 49-летняя Гришаева считает, что уже вышла из того возраста, когда подобное было бы возможно. Напомним, Нонна Гришаева замужем за режиссером и актером Александром Нестеровым. По словам актрисы, с супругом она находится в постоянном сотворчестве. Нестеров – самый главный критик для знаменитости. Артистка прислушивается к советам избранника, но всегда с ним спорит. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.